Яркие флаги, спортивная атрибутика. Кажется, что здесь собрались профессиональные легкоатлеты, готовые вот-вот вступить в борьбу за олимпийские медали. Учащиеся Анапы готовятся осуществить небольшой марафонский забег, цель которого – привлечь внимание горожан. Сегодняшним пробегом «Беги за мной, Анапа» мы решили показать, что молодежи Анапы не безразлична такая проблема, как СПИД, и на своем примере показать, что нужно быть здоровым и заботиться о себе. День борьбы с ВИЧ отмечается с 1988 года. Цель этой даты – напомнить о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии. Один из участников забега Владислав признается, что хотел своим примером вдохновить других людей. Такой темп жизни, то, что спортом занимаемся редко, а это нужно все-таки, для здоровья очень полезно. Ну и в честь такого дня почему бы и нет. После марафона активисты устроили небольшую физзарядку, к которой могли присоединиться все горожане. Молодежи раздали информационные листовки о вирусе иммунодефицита человека. Как считают организаторы, кто предупрежден, тот вооружен.